Я рада приветствовать всех на своем канале, любимых подписчиков и случайных гостей. Если вы находитесь на моем канале впервые, советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассниках, где я размещаю описание, схемы, выкройки тех моделей, которые мы рассматриваем сегодня, вчера и завтра. Сегодня мы будем рассматривать узор для туники поло. Узор простой. Итак, мы начинаем. Саппорт узора 12 петель на 7 рядов. Для примера наберем 25 воздушных петель. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема. И плюс 2 воздушные петли по рисунку. Назад 2 воздушные петли подъема по рисунку, 3 воздушные петли подъема и 2 воздушные петли в основной нити. Всего мы пропустили 8 петель назад. Заходим в петлю и вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Начало есть. Набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Пропускаем 5 петель внизу. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в шестую и вывязываем элемент из 2 столбиков с накидом. И 2 воздушные петли между ними. 1 столбик с накидом связали, 2 воздушные. И 2 столбик с накидом. Получилась галочка. Набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Пропускаем 5 петель внизу, заходим в шестую и вывязываем 3 столбика с накидом в каждую петлю. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. Пропускаем 2 петли внизу, заходим в последнюю и вывязываем столбик с накидом. Первый ряд связан. 3 воздушные петли подъема, 1 петля по рисунку. Переворачиваем работу, заходим в арочку, вывязываем столбик с накидом, обвязываем 3 столбика предыдущего ряда столбик в столбик, заходя в макушку столбика предыдущего ряда. 2, 3. Заходим под арочку и вывязываем еще 1 столбик с накидом. В предыдущем ряду у нас было 3 столбика с накидом, теперь у нас их 5. Вывязываем 4 столбика, 4 воздушные петли. Заходим в центральный элемент, который будет повторяться на протяжении всего вязания. Будем называть его в будущем центральный элемент. Центральный элемент состоит столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Он идет на протяжении всего вязания. 4 воздушные петли. Заходим под арочку, вывязываем столбик с накидом. 3 столбика с накидом, столбик в столбик. 1, 2, 3. Заходим под арочку и вывязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная. И в 3 петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. 1. 2 ряд связан. 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. Набираем еще 1 воздушную петлю по рисунку. Заходим в первый столбик предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Пропускаем 1 столбик внизу. Заходим в 3 и вывязываем столбик с накидом.
2 воздушные, заходим в пятый столбик предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом. Вот что у нас получилось. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Заходим в центральные элементы, вывязываем 1 столбик с накидом, 2 воздушные и в ту же арочку столбик с накидом. 4 воздушные петли. Заходим в первый столбик, вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные, заходим в третий столбик, вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные, в пятый столбик, 1 воздушная. И в третью петлю подъема в конце ряда для выравнивания края мы вывязываем столбик с накидом. Третий ряд связан. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Заходим под арочку. Вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим в следующую арочку. Вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим в следующую арочку. Вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим в следующую арочку. И вывязываем столбик с накидом. У нас получилось вот так. У меня получилось так. У вас тоже так должно получиться. 3 воздушные петли. Заходим в центральный элемент. Вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. И в ту же арочку столбик с накидом. 3 воздушные. Заходим под арочку. Вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим в следующую арочку. Вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим в следующую арочку. Столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим в следующую арочку. Вывязываем столбик с накидом. У нас должно получиться. У меня получилось 4 столбика с накидом. Между ними 2 воздушные. В конце ряда в третью петлю подъема для выравнивания края мы вяжем столбик с накидом. Так, у меня край прямой. 3 воздушные петли. Переворачиваем работу и вяжем пятый ряд. 1 воздушная петля. Заходим первую арочку, пропустили. Заходим во вторую. Вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим в следующую арочку. Вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим в следующую арочку. Вывязываем столбик с накидом. 4 воздушные петли. Заходим в центральный элемент. Вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Столбик с накидом. 4 воздушные. Заходим в арочку после столбика. Столбик с накидом. 2 воздушные. В следующую арочку столбик с накидом. 2 воздушные. В следующую арочку столбик с накидом. 1 воздушная. И в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. 1. Пятый ряд связан. Три воздушные петли подъема, 2 петли по рисунку, переворачиваем работу. После первого столбика заходим в арочку и вывязываем 3 столбика с накидом. 1 столбик под арочку, 2 столбик, столбик в столбик и 3 столбик, столбик под арочку. 5 воздушных петель. Заходим в центральный элемент и вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. В ту же арочку столбик с накидом. 5 воздушных. Заходим в первую арочку. Вывязываем столбик с накидом. В макушку столбика вывязываем столбик с накидом. И в арочку вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. В третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. 6 ряд связан.
3 воздушные петли подъема. Одна петля по рисунку. Переворачиваем работу. Заходим под арочку. И увязываем столбик с накидом. Теперь, как мы это делали во втором ряду, мы заходим столбик в столбик и вывязываем 3 столбика с накидом. Заходим под арочку и вывязываем 5 столбик с накидом. 4 воздушные петли. Заходим в центральный элемент и вывязываем центральный элемент. 4 воздушные петли. Заходим под арочку, вывязываем столбик с накидом. Вывязываем 3 столбика с накидом, столбик в столбик. И заходим под арочку и вывязываем столбик с накидом. Одна воздушная, и в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Седьмой ряд связан. Мы связали образец согласно схеме. Повтор. Начинает. Следующий ряд будет третий. Вот такой рисунок для туники пола. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание, выкройка, схема, все будет находиться в ссылке под видео. Перед ссылкой написано «Жми сюда». Жмете сюда и выходите на описание этой модели. А пока-пока!